Tianxin TX850 – классический грунтовый металлоискатель, способный корректно обнаружить в толще земли различные предметы из черного и цветного металла. Оснащен одной большой поисковой катушкой D, с помощью которой металлоискатель ищет и локализует предметы. Катушка выполнена в герметичном исполнении, и ее можно погружать в воду на всю длину кабеля до разъема. Благодаря высокой частоте в 19 кГц, способен быстро найти не только большие и средние цели, такие, например, как монеты и клады, но и совсем маленькие объекты размером со спичечную головку, такие как золотые самородки. Имеет отличную глубину обнаружения металла и быстрый отклик от цели.